Над шестою частью суши гордо реет Марс противный. С толстым шоколадом. В шоколад напихан сахар и шматок густого меда, чтобы части этой сласти застревали между зубами на губах российских граждан. Боли будет много боли. Вслед за ним маячит Сникерс. Тот, что съел, ты и порядок. Больше есть ты не захочешь ничего до самой смерти. А захочешь, так не сможешь, так как жареный арахис растворяется годами. В наших слабеньких желудков жутко, братцы, просто жутко. Ну а если вам все мало, вы листы свои вонзите прямо в баунти с размахом. И останетесь навечно в чисто райским наслаждении. Извлечение оттуда всех кокосовых опилок. Но страшнее всех шоколадка, что зовется Милки Вэем. Та, что гадина не тонет в молоке, как мистер Айс. Хоть топи ее в бензине, хоть мочи ты в керосине, не утонет эта плитка, если только ты не держишь ее сам у дна руками. Знаем мы все этот фокус. Нас оберткой не обманешь. Коль оно в воде не тонет, мы такое есть не будем. Будь оно хоть трижды нежным.